Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я редко пользовался модификациями, но в курсе, насколько их много. Нихуя себе! У одних только GTA десятки тысяч, но я решил начать новую рубрику под названием «Моды». Как оригинально. С недавно пройденный Test Drive Unlimited. Не буду сильно затягивать, давайте начнем. На мое удивление, интересных модов для этой игры очень мало. В основном просто новые модели автомобилей. Но я нашел три вполне неплохих модификации. Да, всего три. Сперва исправим то, на что я больше всего ругался в обзоре на эту игру. Если ты не смотрел, посмотри. Улучшаем дальность прорисовки. Как устанавливать моды, я уверенно рассказывать не нужно. Ведь так? Давайте посмотрим, что получилось. На первый взгляд я изменений не увидел, но зато почувствовал. Просадку FPS почувствовал. Особой разницы я не вижу. Наверное, надо купить 2-гиговую видеокарту. Ах да, я забыл свою конфигурацию предоставить. В общем, судить вам, ссылка на мод будет в описании. Да, может это конечно странно, но мне реально стала интересна модификация осенней карты в игре. Все было бы хорошо, если бы автор сразу бы сказал, как установить файлы. Пришлось, правда, покопаться и найти комментатора, который объяснил, как устанавливать. Спасибо тебе большое! Теперь сам мод. Мы видим добавленные пожелтевшие деревья, которые создают атмосферу осени. Правда, автор в описании сказал, что пальмы будут вырезаны. Ну вот же они! Неудобно получилось. И новые деревья — это простые картинки без коллайдеров. Также еще есть зимняя версия, но она просто все красит в белый, хоть и вполне прилично. Не вторая мафия, конечно, но пойдет. Ну и как же без отечественного автопрома в этих ваших пиндосских играх? Ну так ладно, это ватная шутка была. В игру вместо Audi A4 кабриолет была добавлена семерочка, даже с вполне нормальной проработкой кузова из салона. Ну, думаю, любителям АвтоВАЗа будет самое то. Тем более, есть и другие моды на русские автомобили. По итогу хочется сказать, очень жаль, что для игры делаются только косметические модификации, но они тоже неплохи. Если они вас заинтересовали... Ты знаешь, что делать! Ссылка в описании! Пишите число... 8800! Пишите 3333, если вы досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом сегодня все. Всем пока!